Да, жалко, короче, звука не слышно, но все равно он тут такой звук. Посмотрите, ужас какой, а. Собственно, это как бы делаю обзор программ на iPad, на всякое. Ну, именно это, по всякие редакторы, видеоредакторы. Вот как сделать? Допустим, зомби-будка таких куча, наверное, новая. Фотолибрари открываем. Так, сохраненные фотографии, видите, они и фильтруются. Ну давай сохраненные от тех, которые, так сказать, из библиотеки. Ну вот, допустим, берем, видите. И раньше надо было, сука, там дизайнеров нанимать, чтобы такую хрень, там, сука, блядь, 5000 долларов платить, чтобы такое сделать. Тут вот сейчас просто вообще без усилий загрузил, сделал. Это вот появилось только с айфоном такая штука. Редакторы полностью эволюционировали, да, в новую какую-то штуку. Видите? Видите, зомби. Ну, там, я попробую озвучивать. Сюда, блядь, сюда. Смотрите, он за пальцем смотрит и укусить. Прям страшно, реально. А смотрите, что еще можно сделать. Видите? Какая жуть, а посмотрите. Вот, смотрите. Жуть какая, а. Вообще кошмар. Нет, это можно вечно. Вот, смотрите. Тут, короче, можно, смотрите, нажать на YouTube это тут же загрузить, представляете? Аншабдуль, братья. Ну, так, я думаю, проще делать. Тут неограниченное время, можно и с комментариями, так сказать. Вот, собственно, обзоры программ, а будут другие программы. Ой, Анш, какая жуть, блин, мне страшно, а? Он вышел тихо, то сильно. Это жуть какая-то. Ой, блин. Какой кошмар, а? Ага, это зомби-будка. Не знаю, вышло уже для iPad, нет. Кошмар, ребятки. Это обнуленный iPad, это, сука, iPhone. Это, конечно, сука. Я планирую на все основные приложения сделать, на все. Потому что, как бы, никто не додумался кабель этот купить за 100 баксов. И TV-тюнер. Я, кстати, первый, кто додумался геймплей игр записывать с приставок через TV-тюнер в этой стране, Аншабуль. Еще 10 лет назад, Аншабуль. Нет, жуть. В общем, Аншабдуль, читайте Бибаран, делайте добро, вступайте в Абдулла Верование, на канал подписывайтесь, всем говорите, чтобы тоже подписывались, чтобы делайте добро. Так бороться с зомбими будем. Потому что это зомбизация, зомбирование идет полное. То есть, посмотрите, вот, что требовалось доказать, да? Аншабдуль.